Ребята, всем привет! Канал Уделец аквариума, Дима и 10-литровый аквариум с беременными оманками. Чувствуют они себя хорошо, подходит уже вот время. В общем, ждем, когда появится личинка. Подменивал воду у них несколько раз, все нормально, икру они не сбрасывали. Сифони у них, потому что, видите, они такие грязнули. Вот это вчера я просифонил, и опять вот такая грязь у них. Мох я им повесил на стенку, ну, чтобы они там сидели, а мне тут было удобно сифонить и так далее. Вот, что еще? Значит, сюда я также добавлял препараты Бенибаши Планария Зеро и Генчим Аминовита. Вот, Планария Зеро подействовала, креветки живы, икру не сбросили, а планарии, вон там дохлые валяются, их видно. Такие видно, вот как червяки там вдали, не знаю, будет ли видно на видео. Значит, что тут еще? Тут завелись, всякая мелочь завелась, вот видите, ползает тут, прыгает по дну. Не знаю, напишите мне, насколько это губительно будет для личинки креветок. Но эти ребята развелись тут сами. Значит, им тут хорошо. Вот, значит, что ждем приплода. По корму для креветок. Значит, вот аквариум 5-литровый, который дожидается малька креветки, дожидается эту личинку, которую я сюда буду пересаживать. Здесь плотность 32. Ну, догоним потом до 35. Я тут еще подменю воду. Поставлю аэрацию. Вот. Тетраселмис вон он тусует тут весь. Видите, здесь зеленое. Вот он тут собирается. То есть тут все нормально. Все живет. Вот на просвет, не знаю, увидите вы или нет. И вот тут реально туча. В общем, с этим пока проблем нет. То есть креветка с икрой. Тетраселмис есть. Остается только надеяться на то, что я своими кривыми руками не испорчу весь процесс, там, ну, все не прозеваю и вовремя пересажу и не прозеваю параметры воды. Вот как-то так. Из мелочи еще вчера переклеил на силикон ножки для крышечки. Ну, это такое. Клеил на простой клей, который отпал. Сейчас взял их на аквариумный, приклеил. Так будет правильно. Что еще? Хочу заказать для этих двух аквариумов отдельно один компрессор. Вот, чтобы потом развести воздух и сюда, и сюда. Сюда, наверное, поставлю также аэрлифт. Ну, я думаю, что он должен быть тут. Хотя, может быть и нет. Напишите мне, ребята, кто там, кто занимается. Иван, может быть, напишет мне. Может быть, Павел. Может быть, хватит сюда просто аэрации. Я поставлю аэрацию и все. Вот. Ну вот как-то так. На сегодняшний день. Тетраселмис в банках также живой. Все отлично. Вот он там на стенках сидит. Аэрация. В общем, тут нормально все. Сейчас поставлю на паузу и через микроскоп вам попытаюсь показать еще тетраселмис. Так, ребята, вот я взял капельку. Вот видите, капельку тетраселмиса вот отсюда из угла аквариума. Вот такой вот пипеточкой. И что мы видим в проекторе микроскопа? Вот он. Надеюсь, вы видите. Надеюсь, увидим. Да, ну да, вроде видно. Вот он, тетраселмис тут бегает. Не знаю, насколько правдиво тут увеличение в этом микроскопе. Тут 100, 300 и 1000. Вот это якобы на 1000 увеличение. Но через проектор почему-то я могу увидеть это все, а через линзу не могу настроить. Ну реально не получается ни в какую. Почему так, не знаю.
Может, тоже подскажете мне, кто опытный пользователь микроскопов. Ну вот, в общем, такая картина. Все, на этом спасибо вам за внимание. Поставьте ваши лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал и ожидайте новых видео. Всего доброго, пока!